В канун празднования Курбан-Байрама мусульмане Москвы получат долгожданный подарок. Откроется обновленная соборная мечеть. Ее реконструкция длилась около 10 лет, и теперь главная мечеть российской столицы готова принять всех верующих. Пока строители ведут последние отделочные работы. За пару дней до официального открытия в мечети побывала наш корреспондент в России Дана Нуржан. После реконструкции главную московскую мечеть просто не узнать. Теперь это абсолютно новый комплекс. Площадь мечети увеличили в 20 раз, и теперь одновременно на молитву могут собраться 10 тысяч человек. Теперь это самая вместительная мечеть в Европе. Вот все эти элементы, вот вы видите, да, это все выполнено руками, именно руками, ручной работы, турецкими мастерами. В новом комплексе 6 этажей, 7 лифтов. Пандусы для людей с ограниченными возможностями, Wi-Fi и оборудование для видеотрансляции. На все это потребовалось 170 миллионов долларов. Строили всем миром. И на совесть. Гранит из Канады, люстры и мозаика из Турции. В книге, где записаны имена тех, кто помогал строительству, больше 300 страниц. Вот на фасаде работали, значит, в основном российские, значит, наши мастера. И там был такой интернационал, да, очень хорошие вот ребята из армяне, например, там, да, они и делали уже финишную доводку, да, шлифовку, там, если что-то. Значит, там были грузины, все с такой душой относятся, все говорят, храм надо строить качественно. Я очень рад, что я здесь работаю. Мы очень постарались, что успели до Курбан-Байрама, все мусульмане, чтобы читали внутри мечети намаз. Работаем хорошо, успеем еще раз. Радость московских мусульман огромна. Они ждали новую мечеть 10 лет. Прежняя вмещала всего 500 человек. Ее тоже сохранили. Для этого ветхое столетнее здание пришлось полностью разобрать и собрать заново из новых материалов. Это для мусульман очень большая радость. Аминь. Большая радость. Долго ждали. Солнечный день и радость, вот что открылась мечеть. Раньше молились на улице. В дождь, слякоть, снег. Все стояли на улице. Иншаллах, будем молиться внутри, где теплое место. Тот редкий случай, когда москвичи рады новому зданию. Златоглавая мечеть органично вписывается в архитектуру города. Их радует и то, что тысячи верующих теперь будут молиться внутри здания, не перекрывая улицы и дороги. Просто здорово и грандиозно. Я считаю, очень красивый и достойный памятник. Наверное, он нужен именно здесь и сейчас. Очень красивая, приятно смотреть. Вот, поэтому я считаю, что это было правильное решение построить мечеть. Было много споров, вот, но архитектура мне очень нравится. После торжественного открытия, на которое прибудут главы нескольких государств, мечеть будет доступна для всех. И уже на рассвете 24 сентября она встретит первых прихожан. Дана Нуржан, Тимур Алтынбаев, Россия 24 KZ.